Концерты в выставочном зале Воскресенская состоялся прачечный концерт преподаватель детской школы искусств Воскресенского района. Программу приурочили к Дню Учителя. Прозвучали поздравления, преподавателя наградили грамотами, благодарностями, а также медалями «80 лет Воскресенску». После летних каникул в театральной гостиной состоялась первая встреча. В малом зале собрались участники творческих коллективов Дворца культуры «Юбилейный» и детской школы искусств номер 3. На сцене выступили воспитанники различных студий ДК, а это «Самоцветы», «Игра на гитаре», «Спектр», академического вокала «Прима» и раннего развития «Малышок». Из-за студии «Кисточка» представила выставку работ, а руководитель Ольга Арбузова провела мастер-класс. Гости вечера – это участники театрального коллектива «Затейники. Дыши номер 3», показали отрывок из музыкального спектакля «Мойдодыр». В Центральной районной библиотеке прошел экологический час «Хочу увидеть Землю». Учащиеся 7 класса 2 школы совершили виртуальную экскурсию по уникальным уголкам России, познакомились с туристическими тропами Подмосковья, навыками поведения и выживания в лесу, приняли участие в состязании «Упрямый рюкзак» и викторинах. За активное участие в конкурсных заданиях ребята получили памятные призы. В гостях у ростовых кукол побывали воспитанники из военно-патриотического клуба «Воин». Муниципальный театр «Софит» провел день открытых дверей. Подростки совершили экскурсию в различные мастерские, где увидели, как создаются куклы, костюмы, декорации, реквизит. Также познакомились со спецификой работы артистов и с особенностями жанра, присущими театру ростовых кукол. В студию звукозаписи ребята, записав голоса, узнали, как их преобразуют в рычание медведя или в писк мыши. И, конечно, примерили ростовые куклы, чтобы представить себя настоящим артистом.